Здравствуйте, Украина, город Кривой Рог. Сейчас вы увидите изобилие в нашем городе во время войны. Праздники вышиванки. После праздников вышиванки застолье, пакеты выбрасывают, на остановку выносят, увидите. А мусорные ящики возле дома стоят 15 метров. Это люди выходят с подъезда, не несут в баки выбрасывать в ящики мусор, а сразу с дома идут на остановку и выбрасывают их на остановке. А также пыль с карьеров, которая сыпется на дома, где живут люди в частном секторе. Сейчас вы это все увидите. Зато всем весело. А кому весело? Это приезжим весело. Залетным весело. Потому что там, где они жили, у них такого не было. Они ж там дикі. И что скажет Вилкул, то и будет. Вперед на празднички. Ну, по поведению Вилкула, он хочет показать, что он самый главный в стране. Почему? Ну, разве до сих пор не поняли? Нет войны. Значит, он главный в городе. Сказал не стрелять, значит и стрелять не будут. Вот так. Всех за мир. Вот это вот оттуда, когда они там загружают, выгружают, да. Вся пыль летит сюда, да? Да, да. Ну, сейчас они не грузят, но туда грузили постоянно, там, постоянно. Круглосуточно это было. И что они вам компенсацию вот этой асфальтной дорогой сделали? Да. Они положили этот асфальт и сами по нем ездят? Нет, сами нет. Смотрите, красные пятна. Дом красный. Все красное. А крыша вообще. Сейчас вам автомобиль покажу. Смотрите, вы думаете, это грязное? Нет, это не отмывается. Пятна, смотрите, какие. Это не отмывается, вот это. Вот это вот оно такое есть. Видите? Смотрите. Вот пыль. Пыль руды. О, смотрите, дом какой. Вот это, видите, что? Вот это, когда дождь шел, и это все, все красное. Вот даже, гляньте, люди прятались, все тоже красное. Кривой Рог. Видите, все краснючее.
Криволожский горисполком. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.